Владелец небольшого предприятия Алибай Жумабаев занимается производством пенополистирола в микрорайоне Тасаи. В прошлом году он получил государственный грант в размере 5 миллионов тенге. А в марте приступил к выпуску теплоизоляционного материала. Бизнес постепенно развивается и уже появились постоянные клиенты. Как рассказал предприниматель, выпуском полистирола он занялся, изучив рынок и выяснив, что на изоляционные материалы возник большой спрос. Сначала в этот котел из того резервуара поступает очищенная вода. Дальше она превращается в пар. Затем через эти трубы пары абсорбируются в 10-тонные емкости. Дальше вот тот агрегат отбирает в определенном количестве влагу столько, сколько нужно для производства. Потом сюда поступает сырье. Оборудование автоматически забирает, сколько нужно материала для процесса, в зависимости от плотности. Тянет за собой нужное сырье и, судя по величине, дает 15, 30 или 40 килограммов. Потом здесь подготовленная масса закипает. Через минут 5 кипячения автоматически открывается люк, и сырье опускается в сушилку. В этих бункерах готовый материал хранится сутки. В мини-цехе работают 5 человек. Вся система автоматизирована, операторы лишь следят за ходом работ. На сегодняшний день компания уже произвела 10 тысяч кубов готовой продукции. Большая часть заказов поступает от горожан, занимающихся стройкой. Моя работа заключается в том, чтобы подавать сырье. Это нужно сделать в течение 5 секунд. Дальше я опускаю массу внутрь дозатора и кипячу. И затем заполняю один из бункеров. На выходе будут плиты трех марок 25, 35 и 50. А сейчас мы готовим плиту марки 15. В Шымкенте немного людей, занимающихся таким бизнесом. Алибай Жумабаев отмечает, что количество заказчиков растет с каждым днем. В дальнейшем предприниматель планирует расширить производство. Государственный грант до 5 миллионов тенге на реализацию инновационных проектов предоставляется с 2019 года в рамках общенационального проекта. На сегодняшний день в Шымкенте почти 170 человек получили гранты на общую сумму 700 миллионов тенге. Основная часть предпринимателей работает в сфере услуг и производственных отраслях. Даниар Худайбергенов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».